Всем привет! Это у нас тут на стапелях Monotron Thunder. Пытаемся поменять заднюю покрышку. Проколото безнадежно. Тут уже такое дупло огромное, что лучше поменять. И пробежал он уже 2900, поэтому вот прямо вот сюда, вот, прямо здесь был прокол в тонком слое. Сама покрышка, в принципе, восстановлению подлежит еще. Ее можно поставить на переднее колесо будет. Вот, но предварительно завулканизировав или заклеив изнутри. Ну, собственно, ролик не об этом. Ролик о том, какие же подарки, какие же сюрпризы нам готовит Mini Motors при замене покрышки. Тут несколько вариантов замены. Либо менять вот в таком положении, как-то резать ее, я не знаю, там или еще что-то. Либо снимать полностью мотор-колесо. И на снятом мотор-колесе перебортировать, устанавливать новую резину. Либо снимать обод. Благо он у нас съемный. Я выбрал вот этот вот вариант со снятием обода. Что можно сказать? Обод крепится на вот так, на шести вот таких вот саморезах. Точнее, не саморезах, что я говорю. Шестигранных болтах, винтах. Вот чего я не ожидал. Хотя, в принципе, может быть, и ожидал. В общем, смотрите. Болты эти ужасного просто качества. Просто вообще сыромятные какие-то. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, это как следствие уже. Посмотрите, они кривые. Так, вот я здесь на камеру уже вижу, что вот этот болт уже готов был просто треснуть. Вот тут какая-то даже трещина, что ли, при увеличении видно вот тут. Что это? Или просто это загрязнение резьбы? Ну, в общем, сам факт того, что они кривые. Вот, может быть, на камеру это видно. Вот. Вот он искривлен, это видно. Из-за этого этот болт еле выходил вообще. Как он не треснул. Я не знаю, не сломался. Вот такие вот болты. Но это еще не все. То есть болты кривые. Из ужасного металла. Сюда вообще по-хорошему надо каленые болты ставить. Так же, как и вот сюда, вот они ставят каленые. Вот он хоть и проржавил немножко, но он каленый. Этот болт. То есть, это во-первых. Во-вторых, вот, что мы видим. Это я второй болт откручивал. То есть, он попросту лопнул. Вот посмотрите. Посмотрите. Какого качества болты? Какой излом? То есть мы видим, да, где вот беленькое, это вот это вот. То есть из чего, из какого говна, простите, или металла, я не знаю, сделан этот болт, что и металл на сломе имеет вот такой вот цвет. Белый. Как будто вот из пластмассы все равно. Что теперь делать с этим, я не знаю. Вот там вот осталось. Вон она виднеется. Часть. Часть от этого болта. Что с ним делать, я хрен его знает. Какие варианты? Буду думать. Что с ним делать?
Но пока я в раздумьях, стоит ли продолжать откручивать другие болты. Вот такая вот беда. То есть из-за того, что болты кривые, они плохо выкручиваются и, соответственно, ломаются. Да, судя по цвету небольшому, по такому белому, видимо, здесь есть фиксатор. Все-таки они наносили сюда фиксатор. Вот еще и это тоже держит. Не знаю, может быть, болты были ровные в начале, но со временем, когда мотор вращает колесо, может быть, они погнулись от этого. Не знаю, почему они кривые, но это факт. То есть низкокачественно использованы болты. Почему они не ставят каленые, я не знаю. Это огромнейший минус мини-моторсу. Опять же таки повторюсь, за такие деньги самокат сделать. Разработка, дизайн, все на пятерку. Кроме, конечно, вот рулевой. Но остальное все вот по мелочам, вот по этим. Куча недочетов. То же самое касается расположения вот крепления заднего брызговика, ну и, впрочем, как и переднего. То есть вот туда вот еще подлезть, это нужно умудриться, это надо какие-то вот городить удлинители, либо использовать гибкий удлинитель. Ну, я вот использую несколько удлинителей и отвертку вот такую вот, чтобы туда добраться. Так что вот, будем думать, что с этим делать богатством. Идти в сервис, может быть, мне там как-нибудь помогут. Не знаю, может быть, есть какие-то экстракторы, но у меня большие сомнения, что получится это сделать. Также есть опасения, что и какой-то из других болтов может лопнуть. Осталось их 4, то есть один удалось выкрутить, а другой нет. Или, может быть, так и оставить этот болт. В общем, такая вот беда с мини-моторс, с этим.